чим солода, службу ратную, службу ратную, службу трудную. 20 лет служи, да еще 5 лет генераланше, ему отпуск дал. Как пришел солдат к воротимый дом, взята грудь креста, сам седой как лунь, на крыльце стоит молодая жена. 20 годов словно не было, и морщинки нет на щеках ее. Сединки нет, косах девичьих, посмотрел солдат на жену свою и сказал солдат слово горькое: видно, ты с крыльца, говорит она, говорит она, сама плачется, и жена твоя, я законная, а я дочь твоя. Yeah.